пятницу на сырной неделе называют «тещины вечерки». В этот день на площади у АБК Управления по профилактике и рекультивации земель развернулся целый дегустационный зал. Тещи, свекрови, невестки постарались и, словно по мановению волшебной палочки для гуляющего народа, развернулась скатерть-самобранка. Сушки до баранки, калачи до пироги, горячий чай и, конечно же, румяные блины. Славяне в этот день говорили следующее. Как встретишь этот праздник, так и пройдет следующий год. Они отмечали день весеннего равноденствия. Поэтому я считаю так, мы сегодня должны встретить этот день, этот праздник, так, чтобы весь год у нас прошел с весельем, с плясками, с танцами. Ну и счастья и удачи нам! Праздника вас! Как настроение сегодня? Весеннее уже или еще нет? Отличное, праздничное. Оно еще зимнее, но уже весеннее рядышком. С приездом главной героинь праздника весны и зимы начались шутейные забавы, шумными играми, разноцветием песен и плясок, а также спортивными сражениями, которые стали своего рода вступительным взносом для молодых специалистов компании «Соя Кузбасс». Здесь присутствуют молодые специалисты, это выпускники среднепрофессиональных образовательных учреждений 2017 года, всех производственных единиц компании «Соя Кузбасс». Мы сегодня их пригласили торжественно вступить в ряды Совета молодежи компании «Соя Кузбасс» и «Горняки». Молодежь соревновалась в умении завернуть по всем правилам прогресс. Поднятие гири. 23, 24, 25. Устроили бой подушками на бревне и в перетягивании каната. Здесь сошелся опыт и молодость. Счет 1-1. Начали! Точно! Только граната волшебная! Ну а затем клятв молодого специалиста. Вместе со всеми ее слова произнес и электрослесарь подземно-технологической связи Павел Ефремов. Закончив горную технику, молодой человек устроился в производственную единицу компании. После службы в армии вновь вернулся, но уже родное предприятие. «Суэк» – это сейчас стабильная компания, где стабильная зарплата, все бонусы имеются. Нет проблем никаких с трудоустройством. Нет проблем устроиться туда. То есть тебя оценивают, ты хороший специалист, все тебя берут, нет никаких проблем. Завершение мероприятия под крики «Масленица гори» ярким огнем запылало чучело. Прощай, зима. В Упире уже готовы к приятным весенним превращениям. Галина Ильина, Александр Иванов, Ленинск ТВ.